Быстрее ставь лайк за 3 секунды, если любишь играть в игры! Всем здарова, ребятки, с вами по-прежнему Оверфония Бобби Егорыч, и добро пожаловать в игрушку под названием Гаррис Мод! Всем тут-тут, дорогие друзья! Всем хелло, ребята! Здорово, чуваки! Ну что ж, ребятки, сегодня у нас будут прятки в мире Майнкрафта. Сегодня страшный проклятый паровозик Томас будет искать мультяшных монстров. И у нас вот такая замечательная карта, ребятки. Посмотрите на наш текстур-пак. Он невероятно интересный. Ну и карта, она с огромным количеством нычек. У нас уже была похожая карта, но здесь, друзья, новая версия. Добавились секретные фишки, добавились секретные нычки, добавился кораблик, да и вообще... Вообще, карта стала гораздо круче. В общем, ставьте лайкусик, если не успели поставить за 3 секунды. У вас вторая попытка, заранее огромное спасибо. Ну что ж, первый маньячок, первый проклятый паровозик Томас. У нас сегодня Андрюха, я мультяшный пес, Егорыч у нас мультяшный кот, ну а Бобби, конечно же, мультяшная мышь. Ну что, парни, вы готовы? Да. 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 Ну тогда погнали! Ну все, давайте бегите, ныкайтесь, а то я вас перееду, понятно? А ты сначала отвернись, паровозик Томас проклятый, и мы пойдем. Все, давайте, у вас 5 секунд, и пошло. Ну какие 5 секунд? Нет, у нас побольше. Ну что, друзья, начинаются наши приключения, начинаются наши прятки. Парни, есть у кого какие идеи, куда будем ныкаться? У меня была идейка. Ну? Но мы убежали оттуда. Ну пойдем вернемся, побегаем. Ну, я думаю, что это будет, ну, на первом раунде такая уже сложная нычка, так что давайте еще в одну. Не, погнали сразу в сложную, давай. Погнали. Правильно, Егорыч, пускай Андрюха ищет этот паровозик Томас. Ну да, пускай напрягется. Вот именно, давай, напряжись, блин. Смотрите. О-о-о, нифига, куда мы, парни, попали. Вау, парни, смотрите. Воу, вот это да. Ну, чё? Тут, кажется, сломать можно. О, давай-давай, давай-давай-давай, ну-ка. Нифига себе, нифига, Егорыч, ты что тут раздобыл вообще? Ну, проходи. Нет, оно не проходится. А, блин, во. А, во, сломать надо было. Во, во, все, и что тут? Пацаны, ну такая себе нычка, блин. Пойдемте вот дальше, давай дальше. Просто дальше, да-да-да, погнали с нами. Давай-давай-давай-давай-давай-давай, пацаны, пробегаем, вау, пробегаем. Вау, ё-моё, ну тут наши пути, наверное, разойдутся, да? Ну все, здесь мы, наверное, и уже и спрятались, правильно? Итак, вот, чик, оп, и все. Все, мы готовы, Андрюха. Все, давай, точно? Можешь выходить. Да, ну что, друзья, вот такая нычка от проклятого паровозика Томаса. Сразу секретная, самая супер-пупер, да, парни? Да. Вообще бомба, так, блин. Так, я выехал. Че там? Егорыч, давай сюда. Тут, парни? Так, Андрюха выехал, но он нас точно не найдет. Давай сразу скажем, мы где-то по землей, Андрюха. Да? Да, мы как кроты. Мы как кроты, кстати. Почему нет мультяшного крота, блин? Действительно. Так, ну Егорыч, тут тупик, давай туда, где побольше места. Мне кажется, он запутается, если он в пещере пройдет. Ну, может быть, а тут вообще поместится паровозик Томас. Как вам, кстати? Я поместился, кстати, я еду. Куда он поместился, парни, как думаете, к нам сюда? Блин, не хотелось бы. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Ну-ка, Бобян, давай назад. Что вы тут ломали, а? Давай назад, Бобян, давай назад. Хорошо, а как закрыть? Да все, она сама. Вот. Сидим, мужики, блин, Егорыч лыбится, а Бобян тут тоже что-то прикалывается. Я здесь примостится. А я, знаете что, парни, сидите. Я пойду как пес, понюхаю там, может, пахнет поездом. А ну. Ну что, пахнет поездом, а? Так, 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 пока что. Тихо, 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 пока что говном пахнет только. Не понял сейчас. Стой, Егорыч, а ну-ка, нажми на кнопочку. О, мужики, я вас вижу. Вы вышли, что ли? Блин, о! Чё там, а ну, парни? Ну, иди вот в дверьку, которая рядом. А ну, что там? Ну, вы здесь? Во, о! Смотри. Что? Да, Егорыч, ты что? Я шоткой вскормлённой неволе. Закрыл Бобяна. Так, тут у нас темница самая настоящая. Ну, паровозик Томас, тебе будет сложно, конечно, нас найти. О! Что? А вы тут были... В аду, не? Не, мы в аду не были, мы в другом месте. Парни, выпустите! Тихо, тихо, парни, я если что на разведке, блин, я уже на улице ищу, слышите? Его нету! Парни, его нету, все, мы сейчас победим! Выпустите! Сейчас я тебя выпущу. Егорыч, а что ты его не выпускаешь? Потому что я сам закрылся. Ты что, пацаны, вы что, дуралей, блин? Сейчас я вас вытащу. Ой, вылазьте, давайте. Аккуратненько. Не хотите. Мы в темнице, а мы под землей, блин, Тамус. Ищи нас. До сих пор. Ну да, но я вот уже на улицу вышел. Тону тач. Да, но нас он не найдет, парни. Он вообще, блин, слепой, он бегает где-то сверху, блин, нифига не видит. Вижу его, вижу его. Да-да-да, ну тихо-тихо. В смысле? Если что, в катакомбы, Егорыч, сразу бежим. А где он? Егорыч, он увидел, сваливай!
Опа! Ну-ка идите сюда! Уходим, Егорыч! Уходим от него! Нам это не надо счастье! Давай! Я же там был! Как я вас так пропустил, а? Тихо, Егорыч! Если что, бежим направо! Я еду за вами! Я там! Димасик! Давай, что? Иди сюда, смотри, кто тут! Чё там? О, там крипер! Егорыч, наверх! Быстрее! Девы! Быстрее, уходим! Уходим! Он здесь, он там был! Внизу был Таус! Вот так сныкался, оп! А где он? А шо вы тут? Опа! Ё-моё, друзья, Бобиса поймал Тамус! Это значит, что Бобис теперь тоже проклятый паровозик Томас! Теперь 2-2! Егорыч, давай встретимся, будем вместе ныкаться! А как мы встретимся-то? А я не знаю, ладно, тогда сидим, тогда в разных местах! Им будет сложнее! Так, сидим. Ребята, это страшно, у нас 2 Тамуса, блин, 2 проклятых. Один где-то сверху, он прыгает, а второй Бобби, где? Бобби, ты готов выезжать? Да, сейчас. Ну все, я тоже иду искать. Вон он там, блин, ну меня не видно, я надеюсь, блин, это вообще без палева. Брат, давай встретимся. Или палево, блин, или жесткое палево. Ты где? Давай, встретимся. А ну-ка. Так, блин, давай встретимся, может. Ой, мы с вами. Так. Че, кого нашли? Тебя? Бобби, да, давай! Точнее, я нашел. Опа! Вообще-то меня нашли, блин! Нет! Попалась стенка! Ту-ту! Так, ребятки, я теперь тоже Тамус! Офигеть, но остался один Егорыч, маленький мультяшный мышонок. Он где-то здесь был. Маленький мультяшный крысенок, ты где спрятался, а? Я? Ну? Вы так прыгаете. А, он в аду? В аду? А как в ад попасть, Андрюха? Ты же знаешь вроде. Так, за мной, быстро! Так, давай за Тамусы! Мной. Тамусы! Криминал! Ту-ту! Ту-ту, Тамусы! Идем за мелким, погнали! Где он? Так, ад где-то здесь был. О, в портал! На базу-то... Вон, на крыше! Так, тихо, в портале! Так, а мы разобьемся, нет? Ай, горю! А вон он! Ай, больно, горю! Жжется! А как запрыгнуть? Ё-моё! А вот, наверное, по лестнице. А как залезть? И к нему. Так, парни, я вернулся. Шо, где он? А вон сзади, он! Сзади! А вот он! Давай, души его! Шо, он выбежал, мужики, выбежал! Давай, ловлю его! Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту! Шо ты маленький, шо ты масенький? Давай, гаси его, мужики, гаси! Переезжай! Он в воде! Плаваем, мужики, плаваем! Плывем! Плывем, парни! Да блин, плывем! На, задушили малого! Получил, ё-мых! Ну все, мультяшки, теперь я самый безумный опасный Томас, но идите ныкайтесь! Андрюха, у нас котопёс, блин! Ага, ну что, погнали! Куда пойдем, парни, на этот раз? Только предлагаю, блин, так, чтобы на этот раз проклятый паровозик Томас вообще нас никогда не нашел, а? Так, у меня есть идея, парни, давайте за мной! Сюда? Так, погоди, Егорыч, у Андрюха какая-то идея есть, ну давай куда? Давайте сюда! Так, давай сюда! Вниз спускайтесь сюда, вот так, сюда. Так, давай, Егорыч, тоже спускайся вниз, спускаемся. Спускаемся. О, ну здесь. Вот, в принципе, не нормально, надо. Можно тут еще чутка вниз спуститься, и норм будет. Так, о, ну что, все, давайте, если что, мы готовы, все. Только аккуратно, блин, Егорыч. Я выхожу. Так, погоди, Егорыч, ну ты что встал так, палево, о. Вот, давай присядь там. Да, ну ладно, выходи, да, проклятый, все, мы готовы. Я слышал, что вы куда-то наверх поднимались. Не, мы спускались. Смотрите, мы сидим как будто это, вороны или воробьи, блин, где-то. Голуби черные, блин, смотрите, блин, просто эти. Томас прыгает там. Мы мультяшные птицы, кстати, ни одной мультяшной птицы нет, а мы, походу, вот будем сейчас ими. Ага. Так, вон там, вот что-то по крышам там, голубей гонять. Видим? Да. А я вас нет. Ну, молодец, блин. Дай мне подсказку, пожалуйста. Ну, Бобян, мы как мы бы... Мы в аду. Мы, ну, не в аду, мы как бы... Рядом, да? Ну, скорее в другом месте. Вот есть ад, а есть мы ближе к краю, наверное. Ну да, мы как бы повыше. Повыше? Так все-таки вы куда-то залазили? Там, блин, смотрите, это... Томас уже идет все ближе и ближе, парни. Опа! Он катакомбы залез. Не, он на рельсы, ай! Понимаете? На Сорвалась. Рельсы встал и поехал. Ведь Томас же это паровозик, он по рельсам. А кто у нас упал, блин, Егорыч? Я свалился. Маленький сидит. Маленький красивый, а Бобян большой и милый. Кстати, он реально большой Бобян, он же это Томас как бы. Конечно, целый паровоз, блин. Егорыч, давай к нам. На массе. Что ты там, блин, лазаешь? Я забираюсь. О, молодец. Блин, тут кровь, кстати. Бобян, ладно, давай подсказку дадим. Мы, короче, вот на воде... Он нас спалил, походу. Ой. Мужики, он нас спалил. Подождите, я на корабле. Не, он, походу, спалил.
парни, оттекаем! Мы с корабля, там швартовый, прыгаем в воду! А, Егорыча поймали! У нас теперь два Тамуса, друзья! Егорыч тоже проклятый паровозик, Андрюха, я ухожу, братуха! Ухожу красиво! О, здорово! Ну, надеюсь, я красиво свалил! Нет, не стреляют! Жалко! Егорыч, ты тоже Томас уже, все? Да! Капец! Это просто беда, Андрюха! Так что советую вам прятаться. Мы прячемся, а вон там бобят сверху. Стоит, стоит. Нифига. Ага. Жёстко. У нас Томас на столы. О, такая топовая нычка. Там вон бобян пробегает постоянно вон рядом. А где Егорыч? Кто-то видит вообще Егорыча? Я просто вообще Егорыча еще ни разу не видел, Андрюха. А вон, Егорыч, вон он! Так, прячься куда-нибудь. Опачки! Ё-моё! Блин, страшилка! Андрюха, не умирай, живи! Прячься! Бро, уходим, там капец, он напрыгнул сверху, это как скример, страшилка. Воде! Уходим! А я за Димасиком. Не-не-не-не, за мной не надо, братуха, нет! Дайте сныкаться! Блин, а где этот Андрюха? Молодец, Андрей, вот так, разводим. Егорыч, сзади. Разводим. Айса! Андрюха! Подбежал, ударил меня. Андрюха! Ну, пацана, нет, пацана. Димон, теперь ты следующий, сори. Ты что, меня предал? I'm их sorry. Трое, я один, друзья, остался. Ё-моё. Это подстава, друзья. Давай это потеря. Диман. В клан паровозов? Клан паровозов, да, чё ты собака гоняешь? Чё, я собака. Уф, я пёс. Так, где он, парни? Я с ума сошёл, парни, походу. Не знаю, он где-то здесь наверху был. Нет, я не наверху, я в жопе. Он же вообще куда-то. Он в доме, парни, в доме. Где? Ну, на вершине которой. Что ты? Ага. Выбежал. Ага. Давайте паровозики. Нет. Ловушки. Задавили. Задушили втроем. Переехали. Пацаны, вам лучше бежать, а то я вас сейчас всех нафиг перееду. Все, понял, уходим. У кого есть идеи сразу? Так, знаете, на самом деле здесь есть еще потайные нычки, парни, только бы надо их найти. А вы думали, все так просто и легко? Ну что? Ну себе ты придумал, ну слушай, нормально. А, нифига себе, туда нельзя. Блин, фиаско. Блин, туда нельзя. Куда? А мы там были же, нет? Ну ладно. Мы там были. А, я знаю тогда. Все, парни, куда? Мы уходим. Вот сюда. Опа. Вот сюда. И вот сюда. И все. Ух ты! Че, как оно, мужички, нормально? Я под стол. Все. Только дайте, я сейчас чутка спущусь вниз, хорошо, парни? Ну что, пацаны, я выхожу. Спускайся. Да. Все, мы готовы. Так, выходи, Егорыч. Стой. Во-во-во. Все, мы готовы. Спустились, всё. Парни. Все нормально, по кайфу, и сидим, мужики. Где-нибудь, да? Блин, а как он догадался? Слышь, под кораблем. Егорыч, а ты что, подглядывал? Как ты понял, что мы под водой? А, так вы меня обманули, вас тут нет. Нет, это первая фраза твоя, и ты сразу угадал. Молодец. Да. Он там под водой плывет. Парни, ну а чем мы его троллим, причем так жестко? Егорыч, ладно, мы не под водой, мы над водой, мы у воды. Тут пахнет комарами. В домике где-то? Да, мы в доме. Ходят. Ладно, можно подсказку, Егор, тебе дадим? Да. Мы в мире Майнкрафта! Хорошая подсказка. Ну ищи, братуха, не переживай. А он близко, кстати, Андрюха, к тебе. Он зашел в кабину, Андрюха. А как он тебя не заметил? Он вышел! А как он тебя не заметил? Он вышел. Тихо. Сзади нас пробежал. О, сзади нас прям! Егор, если мы тебя троллим, ты хоть понимаешь? Я понял уже. Ну ты только не расстраивайся. Егор, если только не плачь. Опа, кто стекло разбил? Я ломал стекло. Стекло разбил, походу, мистер Андрей. Опасный. Мистер Фоня, алло. Ай-ой. Мужики, я вам где-то здесь был. А вот он куда-то зашел внутрь, видел, бабян? Понял. Андрюха уже все убежал. Андрюха, вон, вообще сверкали пятки. Дома старчит. Вон Андрюха у нас где, он мужики, далеко. Блин! Шо, он кого-то он увидел? Он прям рядом со мной. Так вот он у входа, я прям стою, он меня что ли не видит, как вы думаете? А, нет. Он собрался наверх, уходи. Ладно, тикай. А где остальные? А остальные никого нет. Они с карты вышли. Остальные вышли с сервера, Егорыч, мы вдвоем. Он в этом, в кабине. Да. Шо, да, говна. В кабине. Да я не знаю. Егорыч, ты реально не видишь, что ли? В кабине машиниста. Вон раз, вон два, друзья, и вот я, а он не видит. Они не в подземелье, да? Там мы все на улице. Мы все сверху, блин. Я в подземелье зашел, кстати. Егорыч, вон на крышу посмотри, блин, назад.
Куда там, смотри. Вижу. Да я, блин, хотел Бабиана спалить, спалил себя, ну ё-моё, блин. Мне кажется, он сейчас покраснеет от злости, ё-моё. А может быть и покраснеет. А может, мы забудем все и сбежим. Ага, блин, проклятый Томас, друзья, он. Ой, парни. Опа. Мне страшно. Он потерял. Ага. Габариты не вывозятся. В натуре, блин, Егорыч. А вон он, смотрите. А вот он уже, красота. А вот она, рыба. Он покраснел, мужики, он реально стал красным, проклятым. Егорыч, это ты от злости? Уходи, он сейчас не приедет. Да, я разозлился. Он разозлился, друзья. Он прям краснеет на глазах. Нифига себе. Злодей, уходи, Димон. Андрюха, я ушел. Он лезет за тобой, Андрей. Блин, помогите, кто-нибудь, он меня сейчас съест, помогите! Ё-моё, он очень близко где-то там с Андрюхой был, Бабян, ты где? Блин, помогите, он меня сейчас снимет! Нет! Андрюха! Димон, помоги! Живи, Андрюха! Живи! Да блин, а что ты не помогал мне? Бабян, наверх! Бабян, ты куда, Бабян? Тихо! Бабян, за тобой красный Тамус! Гэ, Димон, блин! Бабян! Пожалуйста, нет! Я уж застрял! Там еще Андрюха где-то! На дно. Я еду! Ё-моё, еще Андрюха! Ты меня предал! Не-не-не-не-не, еще этот красный! А Бабян, тебя тоже поймали? Да. Ё-моё, друзья, опять я один остался! Капец, что ж мне делать-то? Все они красные, все они страшные! Нет! Где? Дайте информацию, пожалуйста! А где ты, я тебя потерял? Нет у меня нигде! Так, а где этого не найти? Блин, я думал, ты меня не найдешь! Егоры спалили! Загасил! Динамит взорвался! Вот, ребятки, и моя очередь быть проклятым Тамусом! Ну что, я надеюсь, мультяшные монстры спрятались? Чего там? Чего? А кто у нас мышка? Никто. А кто там крыской занимается? Мышей нету. Есть, ага, опа. Давай, удачи, Вася. Приветики. Давай. А что ты, блин? О, я уже сникался. А что ты думаешь, я тебя не поймаю? Он пошел на опережение, а ты стоял все это время на месте. Я пошел не на опережение, а просто головой надо думать, бабузяк. Опа. Так а что там? Приветики, бабячик. Попробуй догони, смотри, вот так вот умеешь. А я сейчас быстренько тебя поймаю, потому что теперь мне бегать вот удобно, давай, друзья. О, теперь все. Что вы тут? Что вы тут вдвоем? Что вы тут, бабесячик? Да почему ты за мной лезешь? А ты еще и Егорыча подставил. Если, а ты меня видишь? Ту-ту! Как бы да! Да ты меня задавил, уже, ну ту-ту-ту-ту, Егорка, ту-ту! А я огромный! А я большой! Я гигантский, Егорыч! Посмотрите, друзья, какой я гигантский! Ну и Егорыча убиваем! Ну блин! Все, попался маленький! Это Андрюха был еще! Так, я большой, блин, а Андрюха... А Андрюха фиг знает. Осталось на Андрюху, блин, я не знаю, настроят, друзья, три Тамуса. А вот вниз, разбитое стекло. А ну, я сейчас вниз попал, а ну, что там? Ой-ой-ой-ой-ой-ой, не надо вниз, парни. Парни, да-да-да. Так, сейчас мы найдем его, блин. Распределяемся. Ты не в ту сторону пошел. Ну, отойди-ка, сейчас распределимся, посмотрим. Че там, где этот Андрюха, а? Так, дверцы все открывайте. Че, Бабян, ты его видишь, блин? Да нет. В смысле, так я вот и тоже не вижу. Шоу! Бабян, где? А вот он! Не убивайте! Ту-ту-ту-ту-ту-ту! Переехали в катакомбах, блин! Все, переехали Андрюху, переехали всех! Вот это Тамусы, вот это прятки! Ну что ж, ребятки, а вот такой вот видосик у нас получился. Мы с парнями надеемся, что вам все понравилось. Обязательно подписывайтесь на наши каналы. Пишите, что нам еще такого интересного позаписывать. Какие идеи, какие видосики, какие ролики. Мы обязательно все сделаем. Ну а с вами сегодня были Овер, Фуня, Бобби и Егорыч. Большое всем спасибо за просмотр. Ссылочки на каналы Пацков найдете в описании. Всем еще раз спасибо, удачи и пока-пока. Всем до скорого, дорогие друзья. Всем бэпсны. Орел, чуваки.